Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Самые лучшие дни для стрижки в августе. Не пропустите. Луна – постоянная спутница нашей Земли, оказывающая существенное влияние на жизнь каждого обитателя планеты. Она стабилизирует климат, отвечает за регулярные приливы и отливы, а также становится источником вдохновения для множества людей искусства. Однако не все знают, что ее энергия оказывает влияние и на нашу внешность. А стрижка, сделанная правильно подобранный день, способна полностью изменить вашу жизнь и наделить вас всеми желанными качествами. Стоит отметить, что последний месяц лета будет особенно благоприятен для преображений и подарит нам целых 11 дат, идеально подходящих для визитов в парикмахерскую. Итак, первый день – это суббота, 3 августа. День проходит под властью 29 лунных суток, являющихся прекрасным временем для внешнего преображения. Даже в результате простого подравнивания кончиков ваши волосы станут более красивыми, объемными и гладкими. Это прекрасное время, чтобы внести желаемые перемены в свой облик, ведь новая прическа обязательно подчеркнет все ваши достоинства. Положительный эффект от процедуры коснется и вашего привычного ритма жизни. После преображения вы заметите, что стали увереннее в себе, решительнее, а имеющиеся сложности исчезали вместе со стриженными прядками. Кроме того, новый имидж обязательно напомнит о себе после новолуния, обернувшись радостными событиями, которые сделают вас намного счастливее. Понедельник, 5 августа. Во вторые луны сутки визит к парикмахеру станет самым лучшим решением, поскольку работа мастера положительно отразится на внешнем виде и здоровье вашей шевелюры. Период растущей луны ускорит отрастание состриженных локонов, поэтому вы можете поэкспериментировать с длиной и формой своей прически. Однако откажитесь от излишне экстравагантных вариантов, так как сложные укладки со множеством деталей и аксессуаров могут стать преградой для энергетических потоков. Подстригитесь в этот день, если у вас имеются какие-либо хронические заболевания или иные сложности со здоровьем. Подровняя посеченные прядки, вы избавитесь от застоя энергии и восстановите внутреннюю гармонию. Также новый образ поспособствует укреплению материального благополучия, привлечет к вам новые источники дохода. Следующий – это вторник, 6 августа. День, управляемый третьими лунными сутками, является одним из лучших для внешнего преображения. Сегодня вы можете решиться на изменение привычного стиля, не опасаясь, что что-то пойдет не так, и результат окажется отличным от ожидаемого. Любые манипуляции мастера помогут оздоровить локоны, подчеркнуть вашу природную привлекательность и добавить вашей прическе объем. Это хорошее время для различных экспериментов, при условии, что вы следуете своим желаниям, а не влиянием моды. Посетив парикмахера в эти сутки, вы не только добавите себе внешней привлекательности, но и привлечете положительную энергию. Новая стрижка позволит улучшить ваше материальное положение и поднимет настроение. Кроме того, любые изменения в облике позволят вам улучшить отношения с окружающими, усилят имеющиеся связи и привлекут новые. Следующий четверг, 8 августа. Стрижку, которую вы сделаете 5 луны сутки, непременно станет началом позитивных перемен в жизни. Она освежит ваш образ, сделает локоны более мягкими и блестящими, подарит уверенность в собственной неотразимости. Вы можете решиться на кардинальные перемены или вернуться к привычному стилю. Любая прическа, сделанная в этот период, будет особенно удачной. Более того, посетив парикмахерскую именно сегодня, вы привлечете позитивные изменения в свою личную жизнь, станете заметно привлекательнее в глазах противоположного пола. Удача будет ждать вас и в финансовых вопросах, предоставив шанс укрепить свое материальное положение. Также новый образ раскроет имеющийся творческий потенциал, позволив вам проявить себя в любой из интересующих областей. Следующая пятница, 9 августа, один из лучших дней для визита в салон красоты. Ластующие сегодня 6 луны сутки позволят вам блистать, наслаждаясь восторженными взглядами. Ведь мастер непременно создаст на вашей голове настоящее произведение искусства. Особенно удачными окажутся легкие воздушные стрижки. Но помните, что для достижения наилучших результатов необходимо стричься в уютном помещении, наполненном доброжелательностью и гармонией. Положительный эффект от нового образа вы заметите практически сразу. Усиливающаяся интуиция подскажет вам выход из сложной ситуации и уверенно направляя по верному пути.
Рекомендуется сменить образ, и если вы давно мечтали о переменах, но не можете решиться на первый шаг, то новая стрижка позволит вам оставить позади сомнения и сделать окончательный выбор, не опасаясь совершить ошибку. Следующая суббота, 10 августа. Волосы, подстриженные в седьмые лунные сутки, обретут дополнительный блеск и силу, станут гуще и объемнее, привлекая внимание окружающих. При этом не имеет значения, сохраните ли вы старую прическу, ограничившись подравниванием кончиков, или решите поэкспериментировать с длиной или цветом. Не стоит опасаться, что выбранный образ вам быстро надоест. Прядки со стриженной период растущей луны очень быстро отрастут, сохранив и улучшив свою структуру. Стоит посетить парикмахера именно сегодня, если вы испытываете недостаток коммуникабельности и с трудом находите общий язык с окружающими. Стрижка поможет вам улучшить взаимоотношения с близкими, завести новых друзей. Также новый имидж поспособствует положительным изменениям в личной жизни. Следующий четверг, 15 августа. Наступает идеальный день для любых преображений, ведь им управляет 11 луна сутки, являющийся лучшим периодом для ухода за вашими волосами. Даже если вы ограничитесь состриганием посеченных кончиков, работа парикмахера положительно отразится на вашей привлекательности. Локоны станут заметно меньше выпадать и приобретут блеск и шелковистость. Изменения затронут и ваши мироощущения. Обновленная прическа усилит чувствительность и улучшит интуитивные способности. Благодаря этому вы сумеете предугадать события и избежите ошибок, а также обретете ясность мышления. Следующая – это пятница, 16 августа. День пройдет под влиянием энергетики 12-х лунных суток, отлично подходящих для посещения мастера-парикмахера. Обновив свою стрижку, вы заметно укрепите локоны. Они станут меньше сечься, перестанут выпадать и улучшат свою структуру. Кроме того, смена имиджа, вы станете выглядеть моложе, подчеркнете имеющееся достоинство. После посещения салона ждите множество приятных событий, ведь любые манипуляции с вашей шевелюрой сегодня приведут к положительным переменам в жизни. Обязательно состригите отросшие прядки, если находитесь в поиске второй половинки, и этим вы очистите свои энергетические потоки и привлечете к себе интерес. Следующая суббота, 24 августа. Время власти 20-х лунных суток отлично подойдет для смены имиджа тем, кто мечтает о длинных и густых локонах. Однако к выбору мастера следует подойти предельно ответственно. Выбирайте опытного специалиста, знакомого вам по предыдущим посещениям салона. Тогда результат будет особенно впечатляющим. Стрижка окажется особенно полезной для людей с ослабленным здоровьем. Вскоре после процедуры вы заметите укрепление иммунитета. Станете оптимистичнее смотреть на мир. Однако избегайте слишком ярких, экстравагантных вариантов, так как они могут помешать вам в делах. Воскресенье, 25 августа. Стрижка, осуществленная 21 лунные сутки, добавит вам привлекательности и поспособствует обретению внутренней гармонии. В этот день она превращается в настоящее искусство, когда каждый локон является важной деталью, вызывающей восхищение. Благодаря тому, что день выпадает на период убывающей луны, замедляющий рост ваших волос, шедевр парикмахерского искусства будет радовать вас заметно дольше обычного. Помимо внешней привлекательности, обновленная прическа повысит ваш социальный статус. Вы сможете без особого труда обзавестись нужными связями, получить расположение руководства. Также данная салонная процедура поспособствует появлению в вашей жизни новых поклонников и, возможно, любви всей вашей жизни. Следующая – это суббота, 31 августа. Наступают 27-е лунные сутки, энергии которых позволяют вам обзавестись великолепной прической, подчеркивающей красоту вашего лица и скрадывающей недостатки, если они имеются. После контакта с ножницами прядки практически сразу станут пышнее, обретут красивый здоровый блеск, перестанут сечься и выпадать. Однако не стоит навещать парикмахера, если у вас от природы непослушные волосы, плохо поддающиеся укладке, так как после стрижки они станут еще более непокорными. Тем не менее, новый имидж положительно отразится на вашем самочувствии и подарит успех во всех начинаниях. Вы сумеете привлечь к себе удачу, процветание, особенно если отдадите предпочтение простым прическам, позволяющим вашим волосам лежать свободно. Не сковывайте их заколками и прочими аксессуарами, чтобы не перекрыть себе космическую энергию.
Поскольку последний месяц лета вас будут ждать не только благоприятные дни, очень важно избегать стрижки в неблагоприятное для этого время. К датам, способным навлечь на вас беду, при посещении салона относятся 4, 11, 13, 18, 19, 22, 26 августа. Посещение салона в это время не только испортит вашу прическу, но и станет причиной длительной полосы неудач.